Это и нравится. Блин, вот здесь я не знаю, здесь нельзя разделяться. У них только у Наполи торпеды. А, у Наполи, да, у Наполи есть торпеды, 13,5, по-моему, они. Но ему придется сближаться, чтобы скинуть эти торпеды. Как ни крути. Ну, тогда что? Я пойду прямо, вот так. Да, я с если другой что, стороны буду буду заходить. маневрировать сюда. И ты на Кремле идешь Ну, по-любому да, прямо, точно так но же. ты иди, не Наполи, знаю, Наполи, где-то сюда. Наполи, отправьте куда-нибудь. Наполи, иди вот сюда, вот, захватывай точку А. О, блин, он вообще безучастный будет. Но надеюсь, что он там А кого-то он и встретит. в этой промежности, ты далеко загибаешь. Вот тут Я иди. Понял, отвлекся тут параллельно по телефону. Вучестер, скорее всего, будет стоять либо здесь, вот, либо здесь, вот за вот этим островом. Он будет перекидывать. Всю точку будет засыпать. Я так думаю. Вот надо Вочестера как-то попытаться вычислить, понять, где он будет стоять, блядь, и ну, я бы так стал, вот. Либо там, либо там. Ну, подниму корректировщика, глядишь, засветит кого-то. Да, я в ничего, засвете. смеешься, что Да, ты в засвете? Ничего себе, даже я Пропал. еще не в засвете. О! Вот уже кто-то там Я тоже пуляет. скрутился. Херово, если они всей толпой пойдут на Наполе. Вот этого я, блядь, очкую прям реально. Ну, И это каким я самолетом обнаружен? Ну, каким-то, Да, блядь. к Сереге идут. О, Серега. Куда пошел? Я могу развернуться. Не надо, иди точку бери. Ну, я... Мой вносик, блядь, 11 тысяч. Курфу, блядь. Блядь, ну 457 калибр, естественно. Что там маневрировал. Чё, о, вот она пошла, Вочестер. В отворот пошел. Не, Вочестер, сейчас его видно. Сейчас я по нему залп дам. Давай, успею, давай, надеюсь. Давай, давай. Я вот, мимо, да, я, блядь, сука, да. Я промазал. Да, он про... он... Даю, РЛС. Блять, ровный борт, 14 тысяч, ну вы чё, блядь? Бля, у него два сквозняка, Вочестер. Даю гап на всякий. Где Наполи, я не знаю, Наполи справа. Вон он, Наполи. Саныч, если можешь, по Вочестеру лупить. Нет, я уже за остров ушел, блядь. Имейте в виду, что на меня гап долго, блядь, не продержится. Так, а если попробую к вам прорваться? Ну, попробуй, хорошая мысль. Торпеды параллельно откидай. Блядь, успел, надеюсь. Дим, сейчас курв справа. Тебя... О, Вочестер хорошо там. Цитадельку выбилом. Немножко не туда. Да, немножко блядь, не еще туда. Бы Вочестер чуть-чуть бы посветился. Сейчас я его засвечу, блядь. Но это не точно. Ёпта. А, во. Засветился он. Блядь, тут реально водюсь. Да, Вочестер труп, все, отлично. Отлично сыграно. А я в жопу. Паялка, Наполе, блядь. Вышел, блядь. Ебучая. Так, теперь я в курфа сворачиваю. А, Наполи сейчас выйдет, да? Просто борт убрать. 13 тысяч, ребята, блядь. С Наполи. Наполи. Ага, с этой цели ему выбил. Жопу он, кстати, ага, не готов. Труп. Нет, блядь, не готов. Не убил готов, его. Готов. Не, ну да. Все. Я ему хорошо всыпал. Ой. А ты, Дима, что? Говорил, что я зря сюда пошел. Конечно, зря, блядь. Сука. Это тебе фартануло. Я а мне всегда ждал, везет, когда спрашивал. Я борзею. Вот я тебе точно говорю. Это, блядь, мое кредо, блядь. Как только я, блядь, борзанул, блядь, значит, блядь, это все счастье, блядь, приперло, блядь. По-другому у меня не работает. Не-не, вот хорошо, что он пошел, он в Вочестера высветил. Конечно, блядь. Я просто его не убил. Думал, что столько счастья с Наполи припрет, блядь. Ну чё, Пюр, давай попробуем какой-то время, блядь. Оп, 11 тысяч.
457 в жопку. Хорошо. Да в жопку все хорошо идет. Не только 457. Саныч. Ну, извините. Как дети... это пошло прозвучало? Да, есть немного, но дети нас не смотрят. Даже в мордочку, блядь, Кюш получает по 2500 флюкольник свой, блядь, бронированный, блядь. На меня наводит. Да нет, десятки летят, блядь, добивай, блядь. Братья, я с вами. Все, отлично. Сука, козел, блядь, ты чё? 8000 мне еще прислали, ну. Интересно. Что-то как-то много урона этот ПМК, что ли, так раздает? У меня 111. Сколько у меня? Две лодки мне присвоили. А, так у меня 60 тысяч пожарами. Вон она откуда. На потенциалке почти 2 миллиона. Нормально. Не почти 2 миллиона, 1700. Миллион. Блин, хорошо, что я успел прорваться туда к вам. Ну вот, видел, сколько я только что натанковал? Я считай, пол хп потерял.